сука, он думал, ну, аспикка его взять и взял ебаного Сларка против ДС. Вы вообще понимаете, что происходит? Блять, там просто вайпер на каричах. Ну чё, это он, блядь, значит, в таверну чё. Нормально. Неплохое понимание игры у чел, кстати. А чё там такое? Разгуд, югуд, пик морф, он винз, but it's... Kill me god, it's the same morp as this. Бля, Вань, ну это полная хуйня, ты понимаешь? Парни, про тангуса можно, наверное, даже не спрашивать, да? Андрюх, курица купи хоть все. Понял. Опа. Ништяк. Некрофос. Бабки ставим, само собой, да? Да. Лайнап у нас игровой. Раз. Два, три. Ладно, это нахуй. Так, так, так. Так. Еще, наверное, веточку, потому что я одну продам. На еду. Нихуя, Вань, ты быстрый. А, у нас с тобой. Понял. А у нас будут стакаться орпофеномы? Он же на РНЖ по-другому работает. А что за золотые монетки? А хуй знает. Кто-нибудь знает? Вань, ты не знаешь? Ваня. Я всё, что прочитал, только то, что с компендиумом теперь, типа, иногда есть возможность поставить, типа, X2 MMR на катку. Типа, да, либо ты лузнёшь, один раз в неделю, блядь. Но нет, там написано, что в зависимости от этого. От уровня, максимум три раза в неделю, если у тебя компендиум был станут. Я микрофон замутил, Андрей, да. Почему ты там до сих пор? В смысле? А, ну да, кстати, мы на дрону уже идём, ты чё, Андрюх? Да я застал, парни, я тоже замутил микрофон. Вы конченые, реально. Так у нас стакаются, как сейчас думаете, РПВеномы? Да нет. Да как конечно, нет? Конечно, стакаются. Ну, в смысле, он милишный и оранжевый, они по-разному работают. О, как раз под баночки сейчас. Нам ВД ебать надо, если что. Да, вот. Ребят, стакаются, все нормально. Ништяк, Вань, ты все, да? Быстро, свич! Так точно. Ты чё, уёбок? Да залагало просто. Ах и тварь, на вайпере, ой, блядь, на русе. На вайпере труд ещё, блядь, раз. Не понял, чё за хуйня была сейчас? Ой, блядь. Мне кажется, да пошло оно всё нахуй. Да пошло оно всё нахуй. Давай, Игорь, пуль. Пошли на шрайн, хули ты пьёшь, блядь. Может, ищи доктора? Вот он захочет сейчас. Ладно, реально хочет. Парни, я поймал оглушение. У меня, если что, есть питбайтив. Дай удар! Дал. Блочь этого. Замедляю. Бля, Вань, ты обосранный, реально. Он быстро пиздец. Ну так, блядь, ты хули. Да, чтобы вы понимали, какие-то Иисусы дот, этот темпларка меня простреливает очень жестко. Ну такая хули. Слышь, Игорь, мы если что, этого тоже убьем. Ну если что, только давай. А ты почему себе на теребоньку? Потому что я тоже был теребоньканный. Я думал, у тебя своя есть. Хули ты пришел сюда. Без хила. Не, тихо. Ну ты саппорт, если чё, если ты не знал. Нет, чисто я добиваю крипов ауры, короче, перлого. Рукой добью. Всё, ладно, я пойду шрайн выпью. Нет, иди нахуй, пожалуйста. Ну какой шрайн? Давайте ёлку посажу, ты съешь. Ну чё за хуйня? Ну в смысле нет? Игорь выпито, потрачено. Извини. Сука. Блять, как тяжело бить крипов в этой игре. Андрей, не умирай. Пожалуйста. What a lot of rot. Она не поняла, что ли, или что? Сыт, блядь, вас хитит. Вань, ты что, кинул меня соло? В гангичах. Нет, почему, я сейчас вернусь. Снизу реген, Андрей, забираю? Не обязательно. Да, нет. Все, я прогнал этого. Петуча. Спасибо большое. Надеюсь, он не обойдет слева и... Он, походу, так и здесь. Почему они крипов донают, да? Все, я его... Ребят, там вайпер интересный закуп.
Не понял. А он курицу притащил себе фласку и, короче, ништяки еще. Да, слышу. Ну, так чуть-чуть слышу. Я не делаю... Don't make him pussy, да? Смотри, он не понял. Делаем до конца ему или что? Да. Давай. Ну, в принципе, логично. Пожалуйста. Да хули ты? Тавр! Я видел, ты кликнул! Ничего. Я не кликал. Да вылечи! Я не кликал ничего. Пиздец, ты тавр разучился переагрывать, чел. Риус курицу. Пожалуйста, если вас не затруднит. Да, конечно. Ребят, стик вроде норм против Вайпера, да, заходит? Ага, возьму. Реально взял. Да. Вот так он уже будет ультовать скоро. В смысле? Реально будет. А я уже готовый со стиком. Андрей, да ты чё, я доплю, ёбаный. Опа, давай. Понял. Все, Андрей, простых. Ну это же атака. Все, атака пошла, пошла, пошла. Сейчас я даем, даем, даем. Андрей подвел? Или кто подвел? Андрей подвел. Ну я не знаю, но не побежал. Неправда, я бежал. Мне кажется, он думает, что... А, ну, кажется, плохо думает. Пошло бы на все нахуй. Он спорил на читом хо... О. Сори, 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 блядь. Там камень наебало какой-то был, я видел. Чисто воткнул в него. Лен, ты уебок, что ли? О, нормально. Слышишь, Игорь? Да. Бля, я смогу, ребят. Это конечная как бы. Да. Да бей! Да бью я его, ты не видишь штыки мои сперматозоиды летящие? So good. Ребята, а можно ТП-шечку, пожалуйста? Очень прошу вас. Можно. Спасибо большое. У нас на базе нет шрайнов больше. Андрюх, чё они кур обычно покупают? Ты же профи. Этот самый дизолятор. Сука. Я же на доверие спрашивал. И опять у нас на земле такой царь. Вань, надо змею убрать. Чё это сразу? Погоди. Блять, да змею брать это такое, у меня всегда хп там заканчивается. Да, нормально, ну и чё? Андрей, может ты не туда, а вот туда, куда я? Давай. О. Я иду. Андрей, ты жив? Конечно, конечно. Ну, закончили упражнение? Или работаем? Нахуй в ВД у меня спиздили, он, блядь, тут фидел. Так, а работает рефракция? Это тоже. Уёбок на вайпера. Почему меня вышли янчатые и начали давать пизды? Ты мне понравился. Это законно? Я, Игорь, тут шрайн прикончил. Угу. Тебе похуй. Слушай, ну возможно ты больше уёбок дашь, чем вайпер. Но это не точно. Ну чё, сколько стиков у тебя играет? Да пока что-то не идёт. Делаешь грязь? Если ты не понял, умирает. Блять, надо было подождать и не стукать его. Я б тебя вообще убил нахуй. Будешь хилить? Нет.
Пожалуйста, у тебя фулл эмана. Сейчас на крипах. Бегай ближе, чтобы всех задело. Ты забираешь у меня ману? Я заберу у тебя крипов. Это моя мана. Да. Сука, взял сука. Но это не было твоей маны. Как ты знаешь. Да, ну у меня до блинка немного уебывай, пожалуйста. Ты чего? О, котик. Опа. Со стиком тоже лесной. Ну да, там мало ли... Там тролли. Да-да. Скелетиков. Тролль клепнет. Тролль не клепает, он скелетиков вызывает. Вдруг клепнет. Разве что по одному месту. Блять, вайпер что-то знает. Еда плю ебаный. Андрюх, я ганг пошел делать. Ты как? Там вода, там с хостой. Ебать, что? Так мы сейчас будем на живца ловить, Андрюш. Ты главное... Живца. ВД надо добивать. Этот камень через 2 секунды после. Да, он нормальный божит. В смысле? ВД убиваем. Андрюх, делаем грязь. Я сделал. Точно? Игорь, я еду. Да ладно, блядь. Хуёво. Сейчас я ему дам. Дай ударчик. Ударчик, давай. Дай. Давай. Красиво, Андрюх. Андрюш, нормально, нормально. Эх, обидно получилось. Давай поглубже. Давай. Так обмажь её. Ребят, помогите. Лол, ты максил третий спелл против Ташки на линии? Да. Ребят. А, я уникален. Стрела тут, Андрюш. Потанкуйте, пожалуйста. Ладно, я шарин тут докончу. Ай. Ай. Да ебаный в рот, блядь. У него когда-то сбивается эта хуйня. Не, Андрюх, я в рот ебал, дальше идти. А я ее в рот ебал. Ну нам сейчас просто каска залетит на двоих. Красиво. Опа. Хильнул. Бля, Игорь, твои позиции нахуй. Ну, а ты думал. Ебать. Я понял, ребят, о чем вы говорили. Угадай, куда, блядь. Я домой. А чё ты? Ладно. А чё ты герой не выделялся? Наверное, вот эту тему ещё возьму, мало ли. Всякое случается, как говорится. А есть где-то что-то замутить? О боже. Бля, как же они ебошат, это просто пизда. На шапку смотрел? Да. Улька так, кстати. Это, по-моему, нападение планируется какое-то. Действительно. Опа, жабка сдохла. Просто со всех фронтов их разъебали. Мне кажется, что здесь вард стоит. Ничего не могу утверждать. А чё снизу он себе позволяет еще? Непонятно. Блять, там еще ДС. А, нет, это иллюзия. Ох, ебать. Бам, нахуй. Как же он хуярит. Блять, я не угадал, ребят, прикиньте. Теперь все очень плохо. Или... Да, реально дела так себе, ребят, тут все. Я дал стрикан. А вайпер тоже был?
Нет, ладно, вайпер не будет. Не было, точнее. Вайпер в миде. Андрюх сейчас земель покажет, как надо. Так, так. Ага. Ага. Он закончит, значит, да. Он продлевает. Он, походу, не убьет вайпера. Ой, убил. Нормально. А есть вообще где пофаниться? На топе? Принято. Он умеет паунс? Ой, сэр. Да ёбаный в рот, блядь. Ребят, у вас что-то с лицом. Так, они остались на топе или что это за курица там летала? Блять, не дай бог, они сейчас тут стоят и ебанут меня вообще нахуй ливно. Так, станчик, ага. Ага. Пойдет. Ребят, я фиданул. Помогите, Игорь. Вот тут два раза. Сейчас. Баунти возьму. А что ты хочешь, чем тебе помочь? Там дес идет, тебе ебать. Они все идут. Ты нахуя сюда отвлекаешься? У нас блин каза летел. Похилишь? Нет, меня развлекает дес, не могу пока. Андрюха, будет на дес и что-то? Блять, просто так и слетели. Ладно, шрайн выпьем. Дес никто не против. Андрюх, ты чё? Я фармлю. Понял. А чё, вайпер берём или чё это такое? Пойдём фармить вайпер. Идём. А куда он делся? Чё если он хитрый? Хитрый змей? Блять. Как ты хуёво крутишься? Нормально крутишься. Что, серьезно что ли? Чё там? Вань, бродов купи. Да, уже. Это ганг ТАшки на шрайне, я правильно понимаю? Да. Понял. Опа, Андрю, смотри. А будет? Еби его, у меня даст есть. Или плохо все? Понял, там не, вся команда нормально. Идет. Там стрела летит, совпал с земелью, идеально. Будешь ебать или ты боишься? Да, сейчас буду ебать. Да-да, еби-еби. Красавчик. Красавчик, Андрю. Все, Игорь выебал. Проверяй. Пожалуйста, Рошан, сдохни! Почему он меня башит всегда? И почему она бежит за мной? Нормально же общались. Ивань, давай на характере. Подрубай магии. А чё ты последнюю не включил свою финалу? Сейчас меня забашит. Ты подохнешь. Реально подохнешь. Ваня, ганг будет мид? Так там где выехали? Смотри, дейсика, оформляй. Бейся, ты все равно с Эгисом. Тебе терять нечего? Кого ты бьешь? Деса бей. Ёбаный в рот, блядь. Он не ультануть не хочет. Ёбаный в рот, блядь. Отвел банку. Он промахнул с ультом. А, у нее. Пожалуйста. Пожалуйста. Да под меня подлечи! А, бля, на это не хватит. Да, у тебя нету? Понял. Бля, маны не хватило. На мана пол что-то надо замутить. Наверное, это догон. Чё ты ржёшь?
Вы же, блядь, почему ты меня не подлечил? Извини, что, я загорелся. Я хотел ебануть, типа. На ману, Андрю. Ты играл за некро, ты должен понимать такие тонкости. Да-да-да, я понимаю. Тавр тоже тебе оставляем. Угу. Да вы чё не поймал, слышишь, сыграли бы. Да не-не. Мерин пишет аганимку, пи стилить будешь. А, точняк, я только что увидел, что мне надо. Так у меня есть тоже такая штука. Принято. Будете друг друга стилить. Ну ладно, это реально аганим будет, кстати. Андрю, берем ДС в миде или чё? Сейчас возьмем. Ой. Ну, меня берут немного. Меня тоже хотели взять. Ты нормально? Ага. Блин, ну в инвизе вообще это нечестно. Согласен. Баганные герои. Йоу, Сириус. Блять, курицу я не хочу, чтобы убивали. Пожалуйста, только не её. Это все, что у меня осталось. Граб наш middle tower. Ребята, центр хотим дефить? Да. Игорь? Да, да, бегу. Ты там фармишь, бегу. Извини, ну извини. А там не пойдет земля. Ой-ой. Не понял. Это что сейчас за прикол был такой? Очень хорошо, ребят. Великолепный апскол. Эти на энчик. Опа! Не могут. Мое. Дабл килл. А мне оставить как же там ману? ГГ. А чё, мы ХГ не ломаем? Там три человека живы. Прыгаешь на любого и ломаешь ебало. За что, блядь? Потому что пошёл нахуй. Мне кажется, будет тебе подмыть, сейчас выйдут на Игоря и выебут. Ебан. Вы поняли, что они замутили? Вы поняли? Он кинул стрелу совсем на дебила. Я думаю, что за хуйня? Потом прыгает Ташка, форсит меня стрифануться. Я падаю на эту стрелу. Все так спланировано было. Блять, они просто боги. Это правда. Пиздец. Они со всеми так делают, я тебе говорю. Там в мини-земели что-то предъявить хотели. Бля, на всю игру на хосте, что ли? А это Суржик. Мы не хотим мидл дефить, товарищ? Хотим. Хотим, хотим. Я иду. Валим, валим, валим. Идем, делаем грязь. А чё, он начинает? Да, блядь, напади на неё. Вам даги раз бивают. Погнали, погнали. Да, мы видим. Блядь. Там камень, блядь, поставил бы. Торможу. Она тут стоит, если чё. Да вы чё? Вы чё, конченые? Я да. Андрюха, всё. Или чё, или можем что-то? Андрюжье. Красиво играем. Красиво играем. Красиво играем. Опа, бэбэк волевой. А может еще? Мид пишется. Давай, слышь, давай его закончим, слышь? Давай. Давай. Да, 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 я готов. Давай, давай, на доверочку. На доверочку? Я пиздец теку. Нормально, нормально. Бежи.
И этого, блять. Он тоже обтекает. Если, блять. Ну, ты за. Так я потому что я не хотел впитывать этого варда. Сделай вид, что там похуй, там тупарка. Че я сказал сейчас? Я послышал, сделай бит, то есть хильни, типа. Делаем грязь? Она в плем без блинка. В смысле? Все, ебать. Я таких, как ты, блядь, на завтрак. Блять, как же меня заебали, вы курицу юзать, суки, пидоры. Вообще, Мидас, я Мидас уже минуты три, блядь, не могу принести себе. Я курицу первый раз, наверное, взял за игру, если еще. Так что это не ко мне. Помог. Блять, они все летят на мой фарм снизу. Я, блять, я ничего тут. Мое. Сука. Спищено. Критуля уверенная такая еще. Клэпай. Нет, ты. Вот так-то лучше. А мы не забираем или что? А у тебя есть досты? О, да. Есть, лол. Я думал по приколу спросить, у тебя реально есть. Клэпы. Блядь, земель пиздит крипов, вы чё, ебанутый совсем? All top. Там реально паровозик. А не смотри. Просто не хочется умирать. Какая-то пиздец. Андрюх, отлично, это билд. Чё, давайте, Андрей? Давайте, давайте. Линкусь, а. Хвейлом их, хвейлом. Сейчас там. Игорь, ты, и ты сразу давай. Да, да, только не вайпер. Опа. До свидания. Или Андрюха <с может. Опа. Кстати, там преждевременно был этот. Блять, я встань, я в стреле. Блять, мне слюни от вайпера висят до сих пор, блять. Ваня, снимаю. Красавчик. Хули ты снимаешь, стоишь? Я думал, это ПВП один в один. Да-да. Не, иди нахуй. О-о-о. Опа. Тут будет тяжелая игровая ситуация. Да, было реально тяжело. Андрюх, по твоим советам. По твоим гайдам. Все верно. Она еще въебывается. Так. Бля, мне не нравится умирать. Я очень долго воскрешаюсь. ВД с Мидасом осторожно. Thanks for that.
Как же Урса замедляется на первом спулом? Нет, ебануться прям. Как? Сильно. Хорошо. Поехали ебать. Ой. Может закончим, пойдем с ними? Нет желания никого. Закончим. Вроде нормально играем. Ну ладно. Как бы, блядь, на клеброк-то игры интересные, веселые. Ну да. Мы их верим. Я так понимаю, надо дизолькой бить, потом ульту давать, да, чтобы сильнее заходило? Да, 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 да. Ты вандел еще вейл под дизоль накинул. Опа, он надолго. Пожалуйста. Хилю. А мы? Так у тебя Эгис, чё ты? Они хотят гем, смотри. Блядь. Хули, блядь. Тоже верно. Я здесь. Отлично. Пожалуйста, хилюй, кай меня. Да чё ты фидишь? Блять. Я опять хотел гем. Хуйня какая-то постная. Я взял гем, все нормально. Андрюха, а что с щитом? Ебать, Жош. Это хуйня. Ебать, они мутят. Вот это игроки. Не, Ваня, это, конечно, очень стрёмно. Нет, Вася. Ой, это, конечно, слышь, выебут нахуй. А чё, мы берём кого-то? Ох, ебать. Вань, ты еще? Ой, а как я? Блять, не хотят гем спиздить мой. Андрю, гем выкидываю. Андрю, возьми. Закончи начатое. Хорошо. Андрей, купи догон пятый, пожалуйста. Ага. Андрей, нужен догон пятый. Так с ними умер, Андрю. Надо умирать, что-то передавать. Так нельзя передавать. Мне кажется, бежит доктор. В смысле, ты его вообще задамажил, нет? Дай ему Вейла! Бля. Как же... Блядь. Блядь, на тебя щит убивает Игорь. Андрюх, Вейл будет или что? Да. ВД. Грамотно. Найс ульт. В смысле? Вол, давай, найс ульт, чмо. Так и надо, финишировать. Как ты еще назвать? Хуя. Сейчас догончик. Добить! Эфир. Я знаю, что делаю, вот все нормально. Вы стойте стенки, это фармите голд. Это тогда... же как это. Плюс 2 с каждой. Это как карта, короче, в ВК-3, знаете? Где там фармить на аренке. Блядь, я не помню, она популярная супер. X-Hero Siege. И там на арене ты так же стоишь, убиваешь юнит, а он сразу появляется. Ну так же. Он просто спросил фишку. Он мешает на фрагменте. Андрюха, будет что-то? Ебать. Чекаем. Чекаем. О, там шрайн есть, давайте найс. Не заканчивать. Точно? Уебок. Андрей, смотри, что покажу. Да, бля. 800 слишком для него много. Вот сейчас в меде будет экшен. Давайте замутим что-то. Андрей, дай вейл. Дай вейл в меде.
Курица летит. Рапиру, походу, несет. А, это Spank Fusion. Ребят, взял. Пойдем сейчас, нам фарм устроят. Давайте фармить. Думаешь, устроят? Я могу, конечно, арчит дать этому. Я ему арчит там. Я. Он так умер быстро, идем. Что? Я пойму. Ребят, дефить! Меня сейчас убьют! Все ко мне! Хуёво ему. А это уберем, что они? Понял. Берем, она сейчас блинканётся по тьма. Куда? Зачем мне эти проблемы? Хуя. Инвизабилити. Они же нас убьют. А за мной потма, слышь, бежит, ребят. Слышь? Че, стилишь, Андрю? Потма убивал тебя, да? Не можно. Да. О, глиф. Дарксира! Он еще хочет. Найс. Это был великолепный матч. А флешка тут? Там заработал игра, не? Ребят, да. Плюс 1000. Так я тоже что-то победил. Хуйна. Я тоже что-то победил. В смысле, а сегодня батл кап? Почему сегодня? Сегодня батл кап? Я думал, вчера был.